Привет! В эфире «Выдумщики.ру» и я, Любовь Шанина. Сегодня я расскажу вам 3 секрета, как не разболеться и как вовремя устранить простуду. Все, что нам сегодня нужно, это нехитрые совершенно вещи. Вот такая деревяшка, масло чайного дерева и масло какао. Казалось бы, что с этим совсем можно сделать? А я сегодня расскажу, что. Вскрываем упаковку на нашей волшебной деревяшке. Приходим на свое рабочее место вместе с маслом чайного дерева. И прямо на эту деревяшку капаем. Смотрите, как оно быстро растекается. Капаем несколько капель, закрываем, кладем вот такую вот прекрасную штучку рядом с компьютером. Вы можете ее подвесить. Если вдруг к вам подошел коллега с насморком, вы можете положить эту деревяшку, и между вами будет защита от вируса. У вас будет меньше шансов заболеть, чем без этой штучки. Кроме того, ей можно просто украсить свое рабочее место, и никто даже не догадается, что вы таким образом защищаетесь от вирусов. Следующий секрет, который я очень часто использую у себя дома и лечу этим средством своего собственного сына, это масло какао. Я его добавляю вместе с медом в обычное теплое молоко. И если вдруг сын начинает кашлять, я добавляю чайную ложку на стакан молока ему на ночь, и кашля как не бывало через 3 дня. Советую, никаких искусственных сиропов вам для этого не нужно. 3 дня и масло какао. Еще один совет, он уже для себя любимый. Если вдруг вы замерзли, если у вас замерзли ноги, если вы попали в компанию, где кто-то болеет, обязательно примите хорошую теплую ванну с солью, которую мы сейчас с вами сделаем. Для этого нам нужна банка, для этого нам нужна крупная морская соль, вот такой пакетик, пигмент, лаванда, чайное дерево масло и эвкалипт. И пригодится стаканчик. Достаем, насыпаем. Берем пигмент, в произвольном порядке насыпаем, обычной ложкой, и перемешиваем. Тем самым мы окрашиваем нашу морскую соль. Мы засыпали желтый слой, добавляем чайное масло чайного дерева. 20 капель. Дальше засыпаем белый слой. 30 капель эвкалипта. Возьмем палочку. Сделаем вот такие углубления. Тем самым украсим нашу морскую соль. Перемешаем эфирные масла. И сверху все это присыпем натуральным сухоцветом лаванды. Соль готова. Все, что вам нужно перед принятием ванны, взять большую ложку, больше, чем это, поддеть все слои и насыпать в ванну. Примерно половина банки на одну антипростудную ванну. Совет простой, рабочий и очень приятный. Если вам понравились наши советы, обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. А также напишите в комментариях, как вы боретесь с простудой и какие советы у вас самые рабочие.